Юра Драгонер должен сейчас приехать. О, а вот и он. Одесса встречает. Ходите? Да? 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 Совершенно верно. Андрей, это ты что? Заходи, Андрюх, идем, я тебе покажу, где у нас гардероб. Это наша личная хань. Ух ты, что это за мопеды? Что ты думаешь, это мопеды? Это не мопеды, чувак, это велосипеды. Лучше бы машину купили. Как мы тебе сегодня наш прикид? Итальянская рубашка, почти 100 баксов стоит. Отличный выбор. Ага. Для тренировки. Это, да. Помочь тебе? О-о-о-о! Слушай, что ты делаешь сейчас? Как на самом деле организовывается шоу? Тест. Контекст. Дальше, дальше, люстра. Сэр, это вы по ленточке будете ездить? Конечно. Еще возьму девушку себе на плечи. Нет, на 6, шестигранник. Есть у кого-то? У подписчиков? На 6 граней шестигранник или сколько? У подписчиков есть шестигранник? Тебе надо идти сейчас в машину. Серьезно? Давай посмотрим, кто первый будет прыгать. Я первый? Как ты хочешь? Может, ты первый хочешь? Смотри, попробуй. Он не сделает, отвечай, сейчас забудет, смотри. Давай. Давай пожмем. Сучка. Нормально? Нормально снял? Отлично. Где ваши руки? Ты готов? Да. Сменты, корпорации и папарацци. Все они приходят, чтобы поглазеть на нас. Если ты пацан нормас, приходи к нам на квас. Ну нахер. Это красное бельгийское ты пил? Угу. Культура. Еще какая. Пец, Кузя не дает собраться. Китя, а что ты делаешь? Крепы пилю. Опачки, Запорожье, привет! Подписываться? Нужно. Подписаться? Да. Скажи, подпишитесь. Канал.